Всем привет, СЛНР. Наше направление Купянское, мой позывной злой. Всех неравнодушных людей хочу попросить о помощи в приобретении станции РЭП хорошей и квадроцикла 500-600 кубов. Не обязательно новый, можно бэушный, главное, чтобы аппарат ездил. Для чего он нам нужен? Ну, собственно говоря, как и 70, для разведки, чтобы два человека могли увести эту станцию РЭП за 5-7 километров и ждать основную рабочую группу, проводя разведку. Дело в том, что в последнее время на нашем направлении очень много появилось FPV-дронов. А наше подразделение занимается как раз ДРГ и БПЛА защитой ТОР-2М от этой заразы. Вот для этого нам это и нужно. Поэтому, если у кого есть возможность, Формула X, Мото Москва, буду очень благодарен, все наши ребята будут благодарны. Помощь нужно передать через Макс Вестер. Его группа 797 добровольно-гуманитарного волонтерского полка нам всегда помогает, за что мы очень благодарны ребятам. Спасибо вам большое, ребята.